Да, не было короля, я тоже понял это. Может, потому что я старт нажал, а не выстрел. Раньше я выстрел нажимал. Хорошо, хоть сабы в этот раз не пиздят о том, что игра 10 из 10. И что они прошли там ее уже. А я туплю. Хоть честно признаюсь, что запустили и блеванули. Скипнул. Скипнул, наверное. Ну, опять скорпиона будем проходить еще. Был пару, ну окей. Чё мне сделать-то надо, блядь? Дома каких-то лунных жителей убить, или чё? Я не пойму. Опять говнище какое-то. Не, пароль точно должен быть на этом уровне, потому что на сайте он есть. Так что я, видимо, просто как-то неудачно нажимаю на старт, или он... Не знаю, короче. Я хуй знаю. Так, давайте попробуем разобраться с этими паролями мудацкими. Его дают после скорпиона. Блять, а не когда я старт нажимаю. Все, понял, да, я его скипнул, потому что я спамил на скорпионе. Не мошните, все по-честному. Тут я действительно не прав. Был. Так что. Да я бы с пароля запустил, типа, этот уровень отсюда. Все, 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 теперь я хоть понимаю, почему я скипнул, потому что. Типа, у меня пригорел. Пердемонокль мой, и я просто долбил по кнопке, как будто скорпион еще жив. Все нормально. Вообще, нахуя я загрузился, блядь? Прошел уровень, и хуй с ним. Два конта сойдет, блядь. Да разверни ты свою сраку! Где я, блядь, сука? Да ну видели они пароль, видели. Я вам говорю, блин, там был пароль, я просто дрочил по скорпиону. Перемотайте там запись-то. Стопудово там был пароль. Я просто, ну типа, два раза нажал и хуй забил. Наечало тебе вкончало, блин. Так. Вот, и типа сразу потом это появилось. Тут на все уровни есть пароли, я просто, ну, типа, это, психовал там, охуевал. Как обычно, короче. Обычное РГГ состояние. Блядь. Я теперь всегда на паролях буду сохраняться, чтобы народ не мошнил вообще. Кстати, удобно, действительно, то, что сделали, то, что и жизни, и столько же, и прочего дерьма. Вот тут ухвалю, хвалю, продумано, продуманная система. Хвалю, парни.
Где хилка, сукины, блять, уёбки? Под вторым мостом. Надо дожить до туда. Донаты. Не знаю. Не работают донаты. Я не знаю. Мне насрать. Не доходит и не доходит. Бог бы с ними. Я считаю, что мне вообще нельзя донатить за то, что я издеваюсь над своими зрителями этим говном вонючим. Что меня надо обоссать и сжечь. Да, вон, нашли там пароли. Слава богу. Еще раз хочу принести свои извинения поклонникам и людям, которые подписывались на стримы. Надеюсь, что будет весело, можно будет общаться в чате. Можно будет веселиться. Я должен донать зрителям. Я раздам все деньги потом малоимущим, которые заработал во время РГГ. Блять, буду бомжам боярышник покупать на станциях. Пожалуйста, 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 поберись. Блять, блять! Чуть и в арабского пилота не сыграл. Где, блять, что? Что это впереди меня едет, блять? Что я вообще? Что это, блядь? Это что такое? Сука, сука, сука. Блядь, пизду, я не могу заново. Блядь, надо. Нахуй я вообще стреляю, блядь? Если честно, если так вдуматься, нахуй я стреляю, блядь, в этой игре. Нет, не стрелять тоже не получается. Че, кто-то пиздатые арты завез? Бля, хотел бы их посмотреть. Просто, блядь, буду как терминатор сейчас. Блин, зацепил говнень какую-то. Слева. Не, короче, мне надоело, полетели так. Нет, блять, мне не надоело, у меня теперь оружие. Хуйня полная. Просто
Давайте въебем босса Скорпиона. А после него уровень, в котором все летит в тебе въебало с самого начала. Я не могу больше, пизду. Хер с этой жизнью, блядь. Спасибо за подписку. Спасибо, братан. Не могу твой ник посмотреть, от этой игры не отвлечешься, не оторвешься. Ни на секунду, прости. Блять, этот ебаный уровень. Ой, блядь. Хован, Кекс, кто-нибудь, придите в скайп, я не могу больше один сидеть в этой игре. Блядь. Сука. Какое говно. Парни, кто-нибудь параллельно со мной проходите, пожалуйста. Не хочу быть одним человеком на этой земле, кто это проходит. Пусть будет еще один. Но я так думаю, что на 100 тысяч очков мне дадут еще одну жизнь. Волочи, они еще...